просто слишком нагло играет. Вот. Вот посмотрим, сможет ли как бы Белял адаптироваться к Руфусу или не сможет. Разбой двух игроков, которые очень хороши в угадывании. Но тут на стороне Руфуса все-таки не знание матчапа Белиала, вот. Ну или знание матчапа, мы просто не можем уверенности на 100% сказать, что он его не знает, Волда. Но очень похоже на то. Ну да, шанс того, что он не знает, намного больше. Вот, пока игроки у нас как бы перемениваются поками, тут сходил вопрос, как давно ты как бы в СК-коммуне, вот в целом. То есть, потому что в русской, можно сказать, о тебе не слышали, а в целом. Да, с релиза СК-6. То есть ты как бы не играл в СК-4, 5? Нет. Я здесь совсем свежий. А, ну то есть это. Не, в принципе, можно зачитать помешивание в СК-2 с другом, но это ж такое. Ну вот и вскрылось наконец. Все-таки Дамит тоже, можно сказать, новичок. Я все-таки думал то, что он так. Ты просто так хорошо знаешь историю с СК-коммуны в целом, что я подумал, что ты давно играл, и как бы, ну, по крайней мере. Как бы играл хотя бы на каком-то, знаешь, таком. Не мешерском уровне, но, знаешь, на любителя, да? Вот, а оказывается, ты вот только в СК-6 начал, в основном так. Ну, вот, да. Так что. В принципе, во всем FFC я всего. Ну сколько, 2 года, но историю довольно хорошо знаю, более-менее. Mm-hmm. Выше среднего, можно сказать. А во что ты играл первый год? То есть второй год СК? Первый год был Tekken 7. А, понятно. Tekken заманивает новых игроков гораздо лучше, чем Soul Calibur. Ну, исторически так сложилось, то что Tekken более известный. Хотя я не считаю его лучше Калибура в плане. Тоже. Считаю, что он более известный. С этим я полностью согласен. Ну а тем временем нужно комментировать матч. Да, мы небольшая такая рекламная пауза. Вот познакомились с Дамита, потому что, в принципе, он как бы. Мы его редко слышали или не слышали вообще. Вот, поэтому. Возвращаемся к бою. Пока Руфус немного отспейсивает достаточно хорошо Белиала. На самом деле опасно, наверное, против Волда делать этот один КБ за Мицуроги, когда он с тобой стоит. Он его может наказать. Не достает прыжочек и панишится. Да, угадает, не угадает, в одном миксапе буквально. По Волда не достает вообще этот прием, ясно. Не хотел угадывать Руфус, включил СЧ как самую слифовую опцию, но все равно. Да, но там на самом деле Soul Charge нельзя врубить, если только не будет Ш6А плюс Б, но. Пока Белиал прыгает, не знаю, может за остаточное явление игры со Звелом. Не панишит Руфус. Не пытается панишить через Ашки. По-моему, у него 14 фреймов Ашки, если я правильно помню. Да, у него 14 фреймов Ашки в обычной стойке. Ой, это должен быть рингаут. Нет. Нет, почему-то не рингаутит, хотя вроде там есть рингаут. Но по-моему там можно было, просто не тот мув выбрал Руфус. Но все равно держивает Мицуроги у стенки. Еще даже у обрыва. Да. И съедает 3B. Хотя Руфус угадал, но не сделал неправильно. Вот ты. Вот в этом проблема. Руфс, что он не так и не посмотрел комп, точнее, он посмотрел сетапы под какие-то удары. Ну, мне кажется, все-таки стоит начинать все-таки с комп. Вначале комбо, потом сетапы под эти комп. Ну вот мне кажется, логически так лучше, знаете? За какого-то нового персонажа игры. Я просто очень долго, вот когда начинал играть за Звелл, я очень долго. Пытался понять, что же все-таки как комбить за Азвелла. То есть понятно, что там можно срать лоу-топор, как не в себе, но хочется все-таки адекватные игры. Вот, и вот первые игры были просто отвратительными в этом плане.
Вот. Не знаю, как у Руфуса, подходил к тренировке, но он рассказывал то, что в первые игры он играл только лишь на том, что видел от Ютото. Вот. Не знаю, насколько он говорил, ну, точнее, насколько это была правда, что, то есть, как бы, может быть, так оно и было, потому что Руфус нет смысла. Как бы, учитывая по его игре, я бы в этом не сомневался, но все-таки с того времени прошло слишком много времени. Вот, и пора бы уже делать комбо. Ну, я даже не знаю, насколько эффективно может быть так, такое изучение персонажа по играм только одного человека, плюс свои какие-то догадки в ранкеде. Ну, Руфус особенный. Просто, как я знаю, вот вольдоплееры очень дружественная коммуна, которая довольно много контента сливать в своем дискорде, которому довольно удобно учиться играть. Ну, Руфус пока, видимо, не готов общаться с этой коммуной. Ну, как я знаю, да, Руфус очень сторонится дискорда персонажей. Хотя, ну я тоже на самом деле не очень люблю, я помню, что зашел во все дискорды там, где играл. Ну, то есть, там Эми вышла, вошел в Эми. Ну что я получил? Какой-то там бред сумасшедшего. Я спросил, как все-таки как комбить это, мне так вообще никто не ответил. Ну, да, не все дискорды персонажей хороши, но как минимум 60% довольно информативны. Ух, ну, да, по крайней мере, какую-то базовую информацию найти может с этим, я согласен. Ух, Белиал угадывает миксап, хотя вроде бы Руфус там особо и не миксит. Вот не делает Белиал Бэкдэш ЦЕ, хотя вроде бы вив был. Ух, мне что-то напоминает. Очень храбрый трейд произошел. Да. Кто выиграл? Идет вив, идет паниш, все по старинке. Да, и вспоминается Эволюшн. Кстати, да. Сразу. Да, как раз именно похожая ситуация. Не степит Белия во второй удар. Ой-ой-ой, что-то все вифает у Руфуса. Все вифает. Белия как-то да. Не успеет на это реагировать. Ну, он, видимо, не знает особо матчап в этом плане. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это должно быть... Это рингаут. Странно хрень, это рингаутит? И странно на рингауте, она подрочила его с земли. Вот Мицурогина, это 2-2К, оно очень линейно выглядит, а трейд в обе стороны. Да, так вообще будто это чисто горизонтальный удар. Что, по-моему, так и есть. Это же его бывший мист К, если я правильно помню. С этим я не могу тебе подсказать. А, ну у него раньше он в СК4, по крайней мере. У него была в стойке, и Руфус заканчивает рингаутом, вот, Белиал не отреагировал на лоу и отлетает. Хотя, я говорю, Белиал сам в большинстве случаев виноват, что сейчас много, как бы, бэкдэшил, много угадывал со степ, но никак не дамажил Руфусу при этом, то есть со степа мало чего делал. Вот, а по поводу этого 2-2К и Суруги, у него высокая... в месте вот был как его там называют, нет, точнее в релике, релик К, вот, вот, и релик К там, можно сказать, был сейф, потому что он, если блок попадал, он мог сделать автогет из релика, вот, а на хите там не перебивалась ашка, которая там была, по-моему, 7-фреймовая или 8-фреймовая, и бэшка, которая там была ансейф, ну, то есть такой неприятный был персонаж тоже, честно говоря. Ну, да, Мицуруги в последних, как минимум, трех играх был невероятно честным. Он был во всех играх примерно таким, вот, будем откровенны. Ну, разве что кроме первой части, где да? Яшинки был откровенно лучше. А, ну я просто мало вот первую часть, к сожалению, знаю, я только ее проходил там стори-мод за некоторых персонажей, а так, в принципе, играл только там больше во вторую. Вот. Ну, в общем, честность Мицуруги никто не сомневается в честности этого персонажа. Да, в первую очередь Акуба не сомневается.
Плюс. Белая решил повылезать. Ой-ой-ой, что-то прям Руфус особо даже не степит, а 236к вифа, это у меня тоже интересно. Особенность персонажа. Сложно сказать, но, видимо, мы об этом узнаем очень скоро. Когда после финала. Хороший контр-хит, но не комбит нормально. Ой-ой-ой. Стал работать по броне. Бел. Это должно быть... Да. Да, это убивает. Мне кажется, когда ноги попадают так по блоку, там огромнейший плюс. Там даже, по-моему, Рей не успевает сделать после какого-то удара. Так что просто, опять же, вот незнание Руфусом и своего персонажа дает огромное преимущество Беллилу. Комба. Ой-ой-ой, какой Вив Паниш, это... Ну, я не знаю, есть ли у него там Вейки у Волда, но, по-моему, есть. По-моему, есть. Вот, Разиэль, по-моему, выиграл каким-то ударом, вот этим накрытием, да. Да, и завершает бой иногда контр-хит комбой после триа, там такой неприятный антистеп, он хоть без особого рейнджа, но... Но все равно тоже неприятно, когда ты сжираешь его на лоу хп, потому что это гарантированно комбиться в ЦЕшку. И 2-1 в пользу Беллила. Вот, что бы ты посоветовал в Руфсу в такой ситуации? Получить комбо? Да, наверное, как минимум изучить своего персонажа, но... Даже не знаю, перестать вифать, что ли? Ну, это Руфс это, наверное, не может сделать, по крайней мере, там, по причине того, что он не знает своего персонажа настолько хорошо, вот, но... В остальном, да. Я соглашусь. И Руфус остается верен своему сильному персонажу. Может быть, Руфусу не дает как бы спать лавры Йотото? Я помню, он заявлял то, что он очень сильно хочет успешно играть на Волда. Возможно, если он выиграет данный сет, то он с него слезет и перейдет к следующему персонажу. Ну, это его лучший результат на Волда пока. Не решил не делать комбу через 6-6-6-B. Вот, хотя вроде бы там есть время, да? Сделать на вифе Ре. Там большой минус. Руфс явно негодует, мне кажется. Ой-ой-ой. Бел очень рискует такими вещами, хотя Волда и не наказывает, но Руфус часто сидит. Очень хорошая комбо, очень опасная ситуация. И улетает за то, что присел. Присел, но не вовремя, может. Ну, хотя там очень неприятный миксап, что один КБ рингаутит, что один ББ рингаутит, если стоишь, что 3Б рингаутит. То есть... Ну да. Подкиньте монетку, называется. Ну да. Честный персонаж. Абсолютно. О, да. О, да. Не тем полез, и это... Мне кажется, Бел очень рискует панишить через CE в этой ситуации. Там хватило бы какого-нибудь 6-6-B, то есть метов сохранить. Бел... Ой-ой-ой, Руфус вифает опять, вифает, Бел этим пользуется безбожно, и да. Слишком плохой рейндж на бросках у Волда. По крайней мере, с его... Переда, можно так сказать. Очень близок Беллил к ресету гранд-финала. Но у Руфуса есть две палки метра. Ну, это Руфус, поэтому метр и Руфус две вещи не совместимы. Метр это вода. Это... Что? Руфус, по-моему, не знает, чем дальше прессовать. Вот в целом. Хороший вив панер. Кстати, на этой поднималке у Волда есть очень хороший сетап.
То, что если он нажмет СЧ после этой поднималки, то враг засплетится на землю, а не откинется. А-а-а. Ну да, в общем, но... Руфус... Как мы знаем, Руфус этого не знает. Руфус много чего не знает, даже вот вив коленки. Зачем ты прожал белел? Это... Много очень дамага. И да. Улетает. Вот оно что, незнание матча поделал с обеих сторон, да? Я тоже только нажался этой херни от Волды, вот ужас, конечно. К сожалению, нет хорошего Волды. Ну, пока я не знаю, я все пытаюсь Руфуса выцепить в онлайне, но Руфус либо в офлайне, либо в невидимке, я так понимаю. Я не знаю, он, видимо, там в ранкет играет за Волда, но... тренируется, я не знаю, что он там делает, но просто выцепить Руфуса в последнее время вообще невозможно. Вот. Наверное, дает о себе знать, что он там пытается именно задротить на Волда. Вот. Не хочет ни на что особо отвлекаться. Что можно сказать о Волда на маленьких аренах? Ну то, что если Белял, наверное, не будет... Будет жать лоу-удар, который рингаутит, он опять проиграет. Наверное, так. Да, возможно. Решает опа игрока пока понейтраливать. Ну, нейтрал наши игроки любят, как мы знаем. Но, как бы, тут скорее больше, мне кажется, как бы сказать, зависит скорее от того, поймет ли Белял, что и что, как нажимать надо. Ой-ой-ой, что, зачем Руфус там нажал, это сложный вопрос. Это панишится. Не так, конечно. Ой, съедает контрхит. Не завершил комбу. Это был очень странный вив. Атака буквально прошла сквозь Мицуроки. Ну, это Акулу подсоединился к этому бою. Он надо подсоединяется как третий игрок. Да, летает такой. Так, этот прием должен промахнуться, и Акуба нажимает кнопку. Но, понимаете, самое важное в этой ситуации то, что Акуба очень непредсказуем. Вот ты подумаешь, что прием пойдет, а Акуба скажет нет, и все. И... Да, и ничего с этим не поделать. Опять Бел жрет очень долгий этот антистеп. Не знаю, он там, по-моему, 29, что ли, фрейм 6-6, а Волда. Также вроде Акуба когда-то заявил то, что Мицуруги его любимейший персонаж. И Мицуруги начали бафать каждым патчем. Да. Явно видно преимущество. Волд зарычал, посажав один КБ. Ой-ой-ой, да. Чуть не осталось на земле Волда. Это же 2-2 счет, я так понимаю, да? Да. Да, так что я что-то даже подзабыл. Как-то быстро все прошло. Да, так что, в общем-то, Белял, можно сказать, на... Как бы в одном шаге, а там, чтобы ресетнуть сетку. Хороший спейсинг от Руфуса, но пока не, это не приводит ни к чему. Вряд ли там Руфус хотел прыгнуть, а вот сейчас это, наверное, рингаут. И улетает Руфус, это ресет. А, и с двумя метрами, я замечу, вот если бы он бы сделал бы 3 Soul Challenge, это было бы гораздо лучше. Да, я с тобой полностью согласен. То есть, не стоило рисковать, если он хотел, конечно, угадать, но даже если бы он угадал этот трибон, все равно Волда не наказан. Настолько хорошо. Это, к сожалению, не какой-нибудь там, я не знаю... Стаки какая-нибудь там, или Ишумицу, которую, ну, относительно хорошо наказывают эти вещи, ну, то есть,
теми персонажами, которые Руфус играет, вот, они, в принципе, неплохо справляются с этими ударами, типа 1КБ, 3Б, там Таки вообще перебивает между, можно сказать, между ударами, то есть там Митсуруги даже и помиксить может 1КБ свое. Там в любом случае идет панеш. Вот как ты считаешь, 1-4B так, стоит ли как-то нерфить? Вот, например, как, например, ВСБ Рафаэля сделали. Погоди, кого еще раз? 4B атаки. Нет, абсолютно нет. Я считаю, стой, что мув абсолютно нормальный. Нормально. Просто... А 3B атаки? А 3B это уже сомнительно. Ну да, да. Нужно угадывать, как запанишить. Если угадаешь неправильно, то можно серьезно отхватить. Да, в общем. Ну, в любом случае, Акуб пока не говорил нам никакие. Не готовит нам пока никакие вещи в образимом будущем. Играем пока в этой мете. Вот. Как бы нам не хотелось. Очень хорошо ловит. Это, по-моему, была не комба? Вряд ли. Кастомный комбо от Руфуса. Зря он делает это. А плюс Б, по-моему, этот прием делается, да? Или А, холд. А, холд. Ну, в общем, как-то вот это, где там еще комбиц потом на контр-ракете. Лучше просто Ашкой, мне кажется, помахать. Уж если хочет. Да, Бэкдэш ЦЕ, любимая фишечка Митсуруги. Миксап. Ты заметил-то, там может быть Белл сделает уже дэш вперед, потому что он видел то, что там первый раз промахнулся, когда он пытался это сделать. Паниш. Хороший сайдстеп от Руфуса, но без паниша, опять же. Господи, какой удар хорош. Хоть и минус 18. Нету пока... каких-то, не знаю, попыток включить солчардж от Руфуса, хотя у него 2 метра. Да. Какой хороший бэкдэш у Митсуруги все-таки. Он отбэкдэшивает почти все, что только может. Вот, еще успевает вернуться. Да, была статистика как, в каком-то из дискордов, где написано то, что у Митсуруги самый лучший бэкдэш в игре. Самый быстрый. А у остальных будет похуже. Да, только... хотя ванили был Азвелл. Но они решили оставить одного. Ой-ой-ой, рандом ЦЕ от Руфса. Попадает. Я думал сделал Б, Белл отмену Б сделал. Сейчас будет паниш, но нет. Ну ладно. Нагло встал Белял, конечно. Странно, ведь же там у него есть миксап спины с этим мидом, который там, вот, Руфс там уже демонстрировал, и лоударом. Но чего-то не хочет. Но выбрал подэшиться ему в лицо. Да, ну лицо приняло Руфуса с распростёртыми объятиями. Что я могу сказать? Пока Белиал справляется с Волда. Хоть сложно, но справляется. Волд Руфуса, это уже 1-0, сетка уже ресетнулась, то есть теперь преимущество на стороне Белиала. Сможет ли сообразить Руфус все-таки? Я, конечно, понимаю то, что Волд не отпанишный персонаж в целом, но все-таки мне кажется, панишить что-то там типа 3B Митсу там и 2-2К, если его заблочишь, тоже как бы стоит, мне кажется. Подбегать захватом — это не тот вариант, который хочет получить. Начинает раунд с бэк-броска. Нет, той стороной
находился Волда, чтобы это прессить так. Бэшки, которые бьют по земле, то может быть лучше. А Звелл скажет, что ничего. Полез бэшками. Они у него очень медленные, по-моему, 18 фреймов, что ли? Или 16? Ну, по-моему, либо 16, либо 18. Руфус совсем заспамился с помощью своим 3BB. По крайней мере, надо его миксовать без отмены. Точнее, без холда. Пошел. Нету паниша от Белиала. Прекраснейшая волкомбо через тройной кик. Хотя, может, наверное, было сделать лучше, но, видимо, для Руфуса нельзя. Это паниш, и это, наверное, килл, я так предполагаю. Нет, в одном миксапе. Руфус не садится, не по... Вот, угадывает. Ну, посмотрим. Да, Руфус начал что-то мешать, и пока... Пока это не приводит никаким результатам особо. Ай-яй-яй. Что же Руфус всеми делает там? Видимо, уже у него нет особо каких-то вариантов, он начинает миксить 3B с BBB, и это как-то, мне кажется... Да. Неплохой трейд. 3BB опять. Ну, Руфус, ну плиз, а-а. Не хочет. Ну, да, потому что это то, что Руфус делает, это NCC. То есть это обычно делается в комбах. Вот, как-то вот тут сейчас. Вот. Это минус опять огромный. Очень... Очень неприятные, конечно, одинаковые приемы выглядят у Вольда, некоторые прям вот надо просто знать, мне кажется, без этого никуда. Будет ли Soul Charge? Soul Charge пока нет, нет одна. И хорош view punish от Руфса, я думаю, это kill. Наверное. Я не уверен на 100%, а что... А, да. Нет, нет, он убивает. Потом. Приземлением, как у Эми примерно. Да, сбивает с толку часть приземлением, когда отдельно наносится урон. Да, Акуба. Да, там... Мицуруги просто отбэкдэшивают все, что можно в этой игре. В первую очередь, конечно... Не включает опять Soul Charge Руфус, пользуется этим Белиалом. Да. Не хочет Руфус пользоваться метром. И может быть это пока не на его пользу, но угадывать ВСБ. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Опять с метром сдох. Господи, Руфус. Вейкап через 666B не тот вейкап, который хочется увидеть. Наверное, опять запутался в кнопках, и этот 2-0, кажется, в пользу Белиала. Да, вроде бы 2-0. И... Подожди, это 2-0? Да. Белл пока просто безумствует. Персонажа как справиться, что делать, пока Руфус не знает ответа, потому что комбо он не делает, как его матчап, может быть, он и знает, но вряд ли матчап за Волд он знает с Мицуруги. Ну то есть как бы видно то, что основные вещи он как бы с ними справляется, там бэкдэшится от релика там, когда может. Но этого пока недостаточно, чтобы отдать Белиала. И, ну не знаю. Сложно очень что-то Руфусу подсказать. Потому что, ну, в этой ситуации... Ой, хорош. Но не комбит, опять не комбит. Да.
Ну, не знаю, Вовс там свелась игра к одному 3B и степу. Хорошо ли это, плохо, решать вам, но результат говорит сам за себя. Ну, все-таки стоит что-то новое пробовать. Видимо, он считает то, что у него исчерпаны опции, он просто не понимает, что ему нужно. Не уверен, что там нельзя было этот контролиться, вот сейчас, где был рингаут. Опять, да, хорошо попадает в хит. ВСБ нас много домогает, уже может удать. Да. И сейчас будет бел в одном миксапе от победы на нашем турнире. Можешь сказать, что... Не достает этим, да? Да, в общем... Очень много урона наносит Волденалу. Я не знаю, как этот прием лоудар делается, где он там раскладывается, Волда, но... Это было очень интересно, но все. Ну все, да.